Казанский Кремль сегодня не подтвердил информацию об отставке главного тренера футбольного клуба «Рубин» Курбана Бердыева. Ранее пресс-служба «Рубина» сообщила, что футбольный клуб разорвал отношения со специалистом до истечения его контракта по обоюдному согласию сторон. Мои источники, первые источники, я представляю позицию президента республики, руководства республики Казанского Кремля, дают информацию о том, что мы не подтверждаем на сегодняшний день эту отставку. Какие там процедуры внутренние, мы отношения к тому, что происходит в клубе, насколько там затянулось отношения не имеем. И во второй половине дня на официальном сайте футбольного клуба «Рубина» появилась информация о назначении исполняющим обязанности главного тренера команды Романа Шаронова.